Егор Крид поделился с Тимати травмирующим опытом, полученным на телешоу. В Инстаграме Тимати выложил фрагмент беседы с Кридом. Рэпер решил заранее выяснить, что ждет его на съемках «Холостяка», поэтому забыл о неприязни к своему бывшему подопечному и попросил его поделиться опытом. Тимур допытывался о том, что Егору довелось пережить на шоу и довелось ли испытать настоящую любовь. Крид признался, что после финала остался с разбитым сердцем. Больше всего Егора обескуражила ситуация, в которой он не смог разобраться в своих чувствах, выбрать двух не можешь. В финале ему пришлось делать выбор между Викторией Коротковой и Дарьей Клюкиной, которым испытывал одинаковое влечение. Он намекнул, что теперь считает свое решение в пользу Дарьи неверным.